Ежегодно в конкурсе «100 лучших школ России» принимает участие около 500 образовательных учреждений страны, в число которых входят школы искусств и художественные школы. Члены жюри оценивают все – от образовательной и воспитательной деятельности до административной и даже хозяйственной. Победа в этом конкурсе – одна из наиболее значимых общественных наград в области образования. И в 2014-м, который объявлен Годом культуры, коллектив художественной школы получил золотую медаль этого конкурса. А Светлана Черданцева, которая возглавляет школу с 1987 года, была награждена знаком «Директор года». Это именно работа коллектива, работа, труд наших преподавателей, наших талантливых детей и их родителей. То есть никак не один человек. Один человек ничего не сделает. Когда получаешь что-то, вот такие достижения, естественно, это налагает на тебя большую ответственность. То есть это надо... Это не значит, что это уже сделано. Это значит, что все впереди. Первыми о победе школу узнали те ребята, которые даже летом не ушли на каникулы, а работают на пленэре. Среди этих юных мастеров кисти нет случайных людей. Все они планируют получить профессию, связанную с художественным творчеством. Я хочу стать дизайнером, поэтому я хочу сюда ходить. Мне тут нравится. Я горжусь своей школой, что она вошла в 100 лучших школ. Кстати, несколько лет назад художественная школа Ленинска-Кузнецкого уже получала звание лучшей школы Кузбасса. Новая победа на уровне страны открывает перед коллективом новые цели и новые горизонты.